Привет, друзья! С вами Виктория. Сегодня будем готовить вместе знаменитый кубинский коктейль мохито. Если видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Я предлагаю три варианта коктейля: два алкогольных и один безалкогольный. Для приготовления нам понадобится лимон и лайм, мята, ром, 7-Up, газировка просто безвкусная, сахар и, конечно же, стаканчики понадобятся, вот такая вот толкушечка и лед. Лед я достану позже, чтобы он не растаял. Мохито хорошо делать вот в таких стаканчиках. Маленькие стаканчики не берите, берите стаканчики побольше. У меня вот такие специальные барные стаканы. В этот стакан вмещается 250 мл. Сначала я займусь лимонами. Для мохито обязательно нужно брать лимоны лайм. На один стакан потребуется пол лимона. Так написано по рецепту. Ну, дальше уже кто как любит. Добавляйте столько лимона, сколько вы любите. Лимоны я хорошо помыла и сейчас разрезаю. Один лимончик у меня пойдет на то, чтобы выдавить просто сок. Я буду готовить на 4 стакана. Поэтому мне понадобится 4 половинки лимона. Каждую половинку разрезаю на несколько кусочков. Затем в каждый стакан нам нужно добавить 2 чайные ложки сахара. Сахар для мохито нужен коричневый. Далее, чтобы сахар растворился, я добавляю немного сока лимона в каждый стакан. Некоторые делают сироп из сахара и добавляют сироп из сахара в стакан, чтобы сахар предварительно растворился. Но это больше делается в барах. У нас же не бар, поэтому я буду делать вот так. Так, дальше, чтобы сахар хорошо растворился, нужно хорошо-хорошо его размешать в каждом стаканчике. Далее заполняю стаканы лимоном. Фрукты для приготовления мохито нужно нарезать непосредственно перед самим приготовлением коктейля, а не заранее. Что мы делаем дальше? Дальше мне нужно нарвать листики мяты. Рекомендуют где-то 10 листиков на каждый стакан. Веточки ложить не нужно. Это примерно на глаз. Много мяты в мохито не бывает, поэтому не бойтесь, накладывайте мяты побольше. Затем лимон, который мы нарезали заранее, нам нужно перетереть вот таким образом. Вот такая у меня специальная принадлежность, но это можно сделать тем, чем у вас есть, и вот так хорошенечко перетираем. Проделываем это с количеством стаканов, на которые вы предусмотрели сделать мохито. Следующий этап — добавляем листики мяты и тоже перетираем. Одну часть листиков я рекомендую перетереть, а другую положить вот так немножко сверху для красоты. Немножечко вот так прижать, чтобы было красиво. Так, ну вот, первый этап мы сделали. Добавили сахар, лимон, лайм и мяту. Хорошо все перетерли. Теперь займемся льдом. Для мохито лед нужно раздробить, поэтому я его буду раздрабливать вот в таком блендере. Я раздробила, и теперь я его перекладываю в каждый стакан. И теперь добавляю, как я уже говорила, у меня будет 3 разных мохито. Основа делается одинаково, то, что мы сделали. А теперь в безалкогольный, конечно же, алкоголь я добавлять не буду, а в алкогольный на 250
Вот на такой большой стаканчик нужно добавить 60 миллилитров. Добавляю. Здесь вот у меня по 30 миллилитров каждый. Добавляю ром. Я использую вот такой вот ром. Слишком мелко лед не дробите. Вот я раздробила немного мелко, поэтому он потом быстро тает тоже. Но и я несколько льдинок вот так еще добавила. В один я доливаю 7-Up или спрайт. А в другой просто обычную газированную воду. Без вкуса, содовую. Так, и вот этот у меня будет безалкогольный. Просто наливаю 7-Up. Просто дополняем стаканы содовой. И вот сюда ставлю сразу трубочку для ребенка, чтобы не перепутать. А сюда, так же, как и в предыдущие, наливаю ром. Надеюсь, что мой коктейль вам понравился, и вы попробуете его приготовить вместе со мной и напишите мне свои отзывы. А я всем желаю прекрасного настроения, приятного аппетита, экспериментируйте, готовьте, пробуйте. С вами была Виктория, спасибо, что были со мной. До новых встреч, пока-пока!